Жизнь настолько странная, мы снова здесь. Конечно, хотелось бы в других условиях. Проходите сюда. Присаживайтесь. Нет, хорошо. И горло простудил. Вчера мы остались под дождем. Вы садитесь, я принесу вам лекарство. Не утруждайтесь, госпожа. Нет, что? Тебе лучше? Лучше. Даже не смей думать об этом. С чего ты взяла? Нет, конечно, разве такое возможно? Это вас подбодрит. Да, спасибо. Уйти, иди в комнату и переоденься. Я покажу комнату отца. Хорошо, сестра Джандан. Доброй ночи, дочка. Доброй ночи. Хорошо. Я вам помогу. Конечно. Ну, хорошо. Сюда? Да, конечно, вовсе не торопитесь. Вот так, осторожней. Можете присесть сюда, господин Делин. Хорошо, благодарю. Это был рабочий кабинет моего отца. Можете здесь оставаться? Ух ты ж, мать его. Простите. То есть я понял еще раз, что у вашего отца изящный вкус, госпожа Джандан. Мы доставили вам неудобства. Я не могла оставить Уйки в таком состоянии, а она не хотела приходить без отца. Понятно. То есть я в ближайшее время найду дом. То есть найду. Не проблема, господин Демир. Я бы сделал, вы... Вы отдыхайте, доброй ночи. Доброй ночи. Это антиквариат? Ты оделась? Да. Погоди, я помогу тебе. Сестра Джандан. Ну, а это тоже было твоим? Да, это была любимая пижама в детстве. Очень красивая. Ну, проходи в кровать, я волосы расчешу. Чтобы ночью во время сна не запутались еще больше. Хорошо, сестра Джандан. Ойкю. Слушай, сестра Джандан. Твой отец нехорошо зарабатывает на работе. Не зарабатывает. Пусть не зарабатывает. Я не люблю его работу. Хочу, чтобы он занялся другой работой. Почему? Потому что... Я хочу, чтобы он еще лучше смотрел за мной. Ну, давай, пора спать. Тебе нужно уснуть. Хорошо, сестра Джандан. Сестра Джандан, ты можешь полежать со мной, пока я засну? Хорошо. Сестра Джандан, а ты знаешь сказки? Знаю. Расскажи-ка. А ты знаешь сказку «День мальчика»? Жила-была.
Напугал госпожа Джандан? Нет. Я искал кухню. Кухню? Кухня ведь напротив вашей комнаты, господин Демир. Да, там. Я что-то запутался, простите. Наверное, от лекарства. Вы в порядке, то есть вам получше? Да, в порядке, то есть лекарство привело меня в порядок. И горло намного лучше, живот и желудок в порядке. Хорошо, вам что-то нужно? Что еще может быть, госпожа Джандан? Мы благодарны. В таком случае я спущусь вниз. Кухня ведь там. Хорошо. Доброй ночи. Добрый. Верно, внизу, прямо напротив. Да. Конечно. Хорошо, доброй ночи в таком случае. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.